Жуткая трагедия произошла в Ростове. Там мужчина убил бывшую жену и попытался застрелиться сам. Вчера в одном из салонов красоты на территории ЖК «Красный Оксай» мужчина устроил стрельбу. Конфликт произошел между мужчиной и женщиной. Поначалу он проходил в словесной форме, но вскоре мужчина достал травматический пистолет и произвел выстрел в женщину. Следом же он выстрелил в себя. По словам очевидцев, стрелявшим был муж пострадавший. Супруги уже давно не живут вместе, но мужчина продолжал преследовать свою бывшую супругу. Ради очередной разборки он и пришел в барбершоп, которым владела женщина. В итоге словесная перепалка превратилась в стрельбу. Женщина ранее жаловалась в полицию на мужчину, но реакции не было. Владелица барбершопа, которую расстрелял бывший муж, прямо на рабочем месте, умерла. У Елены остались трое детей. Муж, с которым она развелась больше 2 лет назад, жив, и вроде бы его состояние опасений не вызывает.